Приветствую, друзья. Когда человек в стрессе, он доминантнее, и поэтому у него ощущение, что все плохо, он все забывает, что ему говорили, что вчера ему было хорошо, а потом вот стресс, и он опять все забыл, что бывает хорошо, что все время плохо не бывает. И для этого надо сразу резко вспомнить, что надо размять вот здесь, вот сделать узелки на память. Размять все 10 пальцев, размять немножко носик, чтобы был теплый, и сделать вот так, и размять вот здесь немножко, вот так вот, и выйти на колебательное состояние, опустив мысли на самотек, да, и переживать, о чем переживается, и даже если вам больно и страшно, в этот момент выпускайте это, думайте, о чем думается. Если вам ни о чем не думается, если вы в таком стрессе, что у вас такое там зависание, то оно пройдет. Вы так делаете каждый день, хотя бы по 5 минут побудь ребенком. Если хочется плакать, поплачьте, хочется смеяться, посмейтесь, хочется зевать, зевайте, хочется потянуться, потянитесь. И не забывайте вот эти узелки на память. И немножко размять ушки. И сделать вот это, я повторяю несколько раз, чтобы вы запомнили. И занимайтесь нулевым состоянием. Нулевое состояние – это когда вы подбираете из миллиона возможных упражнений именно свои действия. Вспомните, когда у вас падает стресс, вы можете легко вспомнить, что вы любили делать в детстве. Или плавать. Или дирижировать, или играть на пианино, или скакать на коне. Потряситесь как следует, потряситесь, и вы заметите, что вам становится спокойнее. Уходит стресс, голова начинает лучше работать, и с каждым днем вы начинаете чувствовать себя все лучше и лучше. Это закономерность. Поэтому запомните, когда вам плохо, что все время плохо не бывает. Что после этого будет хорошо, и потом я подскажу вам, как закрепить это хорошо на момент, когда вам плохо. Скоро у нас бесплатный ликбез, следите за объявлениями. Там вы уходите в Zoom, задавайте вопросы, я буду давать развернутые ответы, чтобы вы могли всегда, в момент, когда у вас стресс, когда вы теряетесь, когда не знаете, что нужно делать, что вы могли прямо выскакивать из этого стресса. Да, друзья, здоровья вам и счастья. До встречи.